Уссурийские бойцы на тренировках не щадят соперника. Другое дело – соревнования. Наши парни совсем недавно приехали из Хабаровска, где проходил чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ММА. Оттуда спортсмены привезли золотые медали – 2 первых, 2 вторых и 4 третьих места. Соревнования были очень серьезные. Даже вот само количество участников превысило 100 человек. Очень конкурентные поединки. Уровень спортсменов заметно вырос, это отметили абсолютно все специалисты. Золотые медали зависят от подготовки. У Антона Лещева тренировки каждый день. И есть результат – первое место. Спортсмен около 20 лет занимается кудо и только 3 года назад пришел в ММА. За это время парень успел завоевать не только награды, но и статус одного из лучших спортсменов Дальнего Востока. Сам признается, живет тренировками. Больше ни на что времени не остается. Правильный спортсмен, боец, это который должен заниматься чисто спортом. Только тренировками изо дня в день, то есть не отвлекаться даже на личную жизнь. То есть вот как спартанец должен прийти и пахать по 2-3 тренировки в день. Вот это, я считаю, самый правильный спорт. Вот. Мы, конечно, стараемся соответствовать данному уровню. Хороший бой показал еще один уссурийский спортсмен Александр Чимаев. Своего соперника не знал, поэтому к технике оппонента пришлось подстраиваться на ходу. В октагоне принял решение показать преимущественно удары. В этот раз в борьбу уходить не стал. Такое решение оказалось верным. В итоге золотая медаль в копилку сборной. Для меня это была очень сильная мотивация, как бы пройти отбор сначала на чемпионате края, потом на чемпионате Дальнего Востока. Как бы соперники были подготовлены, много новых лиц, все уже знали о нас, о нашей команде, что мы можем, потому что мы уже представляли не раз и наш край, и город. Благодаря нашим бойцам сборная Приморского края привезла с чемпионата и первенства кубок за общекомандное первое место. Победа заслужена буквально кровью и потом, а впереди спортсменов ждет новое испытание. Уже 24 апреля пройдет чемпионат России по ММА. Весна будет насыщенной. Виктория Калинина, Елена Карпенко, Алексей Шиповалов. Телемикс.